Всем привет, с вами Фасадинг, и это опять Angry Birds Star 5. Star Wars, конечно же. Слушай, в прошлый раз Звезда Смерти была взорвана, и начинается сюжет второго фильма. Ну, как второго. Пятый эпизод, Империя носит ответный удар. Ну, собственно, Дарт Вейдер и его флот заметили повстанцев и напали на планету Крукхот. Сейчас будет эвакуироваться. Или бежать, или стрелять. Ну да. Так, смотрите, у нас куча новых свиней. Ну как куча. На самом деле тут их будет несколько. Вот смотрите, первый вид новых свиней — это снежные штурмовики. Наверное, так можно назвать. Тут новый снег есть, смотрите-ка. Новый снег, который ломается. А он, по идее, должен не ломаться, ага. Бабах. Как-то нехорошо, смотрите. Понимаю, почему так? Давайте еще разок. Они, кстати, уже успели отстроить себе укрепление. Да, только прилетели, а сейчас уже укрепление строят. По идее, должны повстанцев укрепления быть. Вот их можно, по-моему, различить на заднем плане, нет? Или это просто куски льда? Да. Хорошо, давайте еще разок. Еще. Даже непонятно, где снег, а где кончается, где начинается. Уже, собственно, сами преграды. Вот, отлично. Все получилось? Ведь получилось, ведь. Ну, что мы ждем опять? Ничего. Три звезды, ну, естественно. Вот он. Еще два новых свиней. Свиньи в таких шлемиках. И свин-дроид. Исследователь, да? Вроде бы. Ну что ж. Ну, можно отломать эти куски крыльев. Вернее, щупальца его. Так, все, пойдет, отлично. Ну, здесь просто нужно с него кроссовки, все. Здесь они упадут. А вот нифига. Ну да, не получилось. Ах, ну да, смотрите-ка, гениально, точно, можно вот так сделать, тупо сделать так. Эти дроид должен висеть в воздухе, видите, но он так и делает. О! Ну да, с одной птицы можно пройти все сразу. Еще два люка осталось. Эх, жаль, конечно, что их много. Как мне теперь справиться, да? Люка много не бывает. И да! Теперь у нас есть принцесса Лея. Смотрите, у нее способность да, вот такая вот. Вы уже увидели, это притягивание блоков на некоторое время. С помощью какого-то силового притягивающего луча. Ну, собственно, притягивает к себе блоки как-то. Да ну. Ну вот. Способность вроде бы простая, не очень сложная, наоборот, даже помогает очень сильно. Ничего я молчу. Действительно, сегодня как-то более продуктивно разговариваю и молчу, когда нужно. Так, смотрите, ну тут динамит, он, по идее, должен вот так вот полететь и сбить. Тут сделать достаточно сложно, но... Да вы чё? Нет, ведичка. А может, нет, нужно сделать так. Сначала врезаться, потом ничего не сделать. Да неверно. Да нет, так можно сделать, да что такое? Надо взорвать динамит бы. Сейчас дроид зашибётся, да? Да нет, как он так? Ну ладно, давайте взорвем еще. Теперь точно взорвется. А, и он сломает, и все, собственно, падает. Ну да. Сколько звезд? 2 или 3? Но не одна точно. Точно не одна. Я говорю вам, что точно. Ну, уверен совсем. Ну да, 2.
что ж теперь? Уже начали атаковать, конечно, стреляют. Это какой у нас уровень 3-5. Ну да, скоро пойдут. Кто у нас эти ходоки, ходовики, АТ-АТ, так называемые, да? Так, получится ли? Получится ли? Получилось. Так, опа-на! И взорвем еще их. Ну да. Тут вроде простые уровни должны быть. Хотя нет, не простые, но некоторые простые. Но тут главное знать слабые места, и все в порядке будет. Уровни средней сложности. 3 звезды. Во, смотрите-ка, пошел ходок. Этот АТ-АТ называемый. Смотрите-ка, ну почему ходок? Потому что он так прикольно называется. Так смешно он называет, да? Ходок. Кто так его называет? Только я, наверное. А. Вот его не обязательно уничтожать, главное свинок уничтожить. И да, новая свинья — это пилот. Чтобы наводить... О! Можно сделать вот так, да. Повалить, и да, он будет стрелять по своим. Ну или просто взорвется. Стоит в нескольких кусочков, видите? Иногда есть у него в ногах слабые места. Вот, допустим, как здесь. Это так. Если почему пилот сидел под ногами? Никто им не управлял. Человек криво его поставили, ну... Ну, взорвать можно, да. Действительно. И опять кто-то повесился, ну зачем? Зачем вешаться тут? Странно, ну. Ну да, сегодня мы 20 пройдем. И тоже никак выходили с обновлением. Тоже сначала 20, потом еще 20 вышло. Что-то должно быть. Одна звезда, увы. Что такое, смотрите, мы это время ничего не ломали, они снеговики у них уже упали. Эм, снеговики. Так, тут пролететь бы надо. Очень аккуратно получилось. Очень аккуратно. Так, нет. Сям. Ну да, не очень хорошо. Ну вот. О, хотя нет, хорошо немножко. Только немножко. Вот так сейчас еще собьем. Да вы чё? О, да ну. Смотрите, удалось. Забьется голова? Нет. Нет. Глаза у них какие-то странные. Ну да, конечно же, не сделаны в виде свиней, кто мог подумать. Так, вот тут, динамит тут, и динамит тут. Интересно, что сначала взорвать? Наверное, там. По идее, да? Ну или не знаю. Так, мы залетим сюда, интересно или нет. А-а. Ну ладно, с второй попытки получится точно. Да ну. Смотрите, загородили все нам. По идее, может получиться, ну да. Все вышло. Хух. И да, еще раз обращу внимание на то, что снег идет. Я это не обращал внимания, но я только сейчас заметил. По-моему, раньше не было снега. Погодите-ка, на предыдущих уровнях вроде не было снега. Или был, но я не замечал. Да. Чубакка. Чубакка сейчас сломает здесь. Только слабо. Хорошо. Бьём. Ага, нужно... Вот, отлично, сейчас этот еще. Если ничего не застанет, то он... Отлично. А теперь, если надо пробить все. Получилось, ну да. Тут есть повышенная разрушимость, как всегда, да? Конечно, не такая, как в Angry Birds Rio, но... Тоже повышенная разрушимость. Две. Удивительно хотя бы, что две, а не три, а не одна. Теперь можно, наверное, как-то так. Нет, нельзя так. Митька. О, удачно, удачно, удачно. Ну вот, сейчас специально так подстроил все.
не знаете, кусочки от их его рук не обязательно уничтожать, конечно же, да? Вы это прекрасно понимаете. Хе. У него какой-то глаз странный. Возьмите. Похож на шар. А на что он должен похож еще? Ну и здесь что? Тут надо либо освободить проход тут, либо там. Ну, неизвестно, да? Да ну. Так, куда ж теперь-то? Ах, да, лучше попасть туда. Погодите-ка. Сейчас ничего не упадет совсем? Ну ладно. Давайте толкнем это вперед. У нас есть шанс выиграть все. Он очень маленький. А, нет, смотрите, падает, падает, все есть шанс отлично. Оба! Ну, естественно, у нас птицы не сохранились, наверное, меньше звезд, чем обычно. Ну да. Чем обычно, то есть одна. И что бы делать теперь? Можно вот так сделать. Нельзя так сделать. Можно сделать вот так. Нет, видимо, надо ухватиться за... Ага. Видите, свинки-то новые, но... А прочностью не отличается совсем, абсолютно. Ну, сто разнообразие, это хоть интересно, видите? Когда много разных свинок интересных, то это интересно. О, ну как же так можно было попасть по металлу? Да ну, как же так можно было попасть? Не взорвав динамит, да ну, как же так можно было попасть, врезав в стену, ёшкин котик. Давай! Ладно, выше полетим, выше. Нет, не надо выше, надо сделать именно так. Ну, теперь опять сломаем. Жам! Жам! Сейчас попробую изобразить этот звук. Зям. А, это микрофон, микрофон не дает изобразить звук, ладно. Зям. 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 О, получилось, ну да. Хорошо. Без микрофона это было бы лучше, наверное. Зям. Вот. Зям. Зям. Ну, примерно как-то так. Сейчас бы нам повернуть эту пушку. Не стрелять. Пока опасность есть. Нет, не надо в стену стрелять. Да, правильно сделать. Вот, получше немножко. О, смичка, одна свинья всего лишь. Может упадет, повернется, нет. Ну давайте прямиком в свинью. Еще подлетели. Ну вот. Ну, лазер можно использовать, чтобы подлетать повыше. По идее, здесь точно... Свиньи не долетишь просто так. Тут нужно как раз использовать... Толкунчик. Толкунчик. Чтобы подлететь туда. 15. Ну, скоро конец, конечно же. Что же делать теперь? Ну, давайте, смотрите-ка. Подумаем. Думать-то не надо, нужно просто попасть куда-то. Вот. Полетели на льду. Очень просто, да? Даже не сложно. Упадет, упадет. Даже голову разнес, как же так-то? Видите, вроде бы бронированный, но нифига. По-моему, это даже прочнее, чем металл тут. Наверное. На мой взгляд. Хотя я не уверен. Одна звезда, две звезды. Ну, бывает. Ага, динамит внутри. Может попробовать. Голова отвалилась. Заградила проход. Нет, нельзя. Давайте вот так. Видите, тут есть скрытый смысл. Вернее, слабое место. Нужно... Правильно отразиться. Видите, там динамиты. Они могут попасть. Может попасть, если попасть правильно.
очень странный звук. Вот так, наверное, получится. Нифига. Надо чуть пониже. Только номер 45. Нет, 16-я. Дичка. Вот оно! А только уцелело. Хотя нет, смотрите, падает нога сейчас, нет? Да вы чё? Ну, придется его поднять в воздух. Полетел. Такие звуки такие, словно они в рацию, ну да. Бывает. 17, да. Смотрите, у нас уже имперские ПВП пошли. Чё они тут делают? Офицеры. Золотое яйцо. Знаете, как достать? Его сложно достать, но и давайте не будем это делать сегодня. Так, стреляют, 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 но попадать непонятно, да? Вот сюда. Спнем его по голове. Тыдыщ! Все. Нехорошо. Теперь бы это повалить. Нехорошо. А, нужно было за ногу хватать теперь, за заднюю ногу. Заднюю ножную ногу. Тынь! Вот так вот. Ну и давайте еще раз. А, теперь не схватишь уже никак. А, нет, уже сможешь схватить. Ну, как-то так. Теперь глядите-ка, надо попасть по этим камням, чтобы они обрушились на свинок. А чтобы это сделать, нужно... А, все в порядке. Нужно хотя бы два раза попасть. Все, никто не уцелел. Какой-нибудь хендилок вот тут, нет? Вот тут. Заметьте, мы уже находимся на базе, поэтому мы улетаем. Конечно же, мы улетаем. Ну, естественно, мы, когда мы улетаем, ходоки полетели за нами. Это... Полетели, а? Они за нами полетели. Что за бред? Ну... Ну да, элементам гиберспейс, конечно, нужно водить. Что-то я делаю не так. Ведь за мной будет схватен. Всегда. Ух ты, смотрите-ка. Он сейчас тебя застрелит. Увы, увы. Да ты чё ты... Нет, я хочу ещё повторить, чтобы было нормально, извините. Это случайно, но не получился, но... О, а вот это же получше тоже. Ну ладно, давайте притянем одного свинка. Эх, не удалось немножко. Хотя бы так, давайте, он повредился, нет? Смотри, какой зелёненький, лыбится, лыбится. А, ладно. Готово. И улетели в космос, прямо в космос, ну. Вот остался там, а ходоки тут. Ну, а ты, ладно. Буду называть настоящим космосом, ладно. А тут уже кусочки от него остались. И Оби-Ван, наконец-то Оби-Ван, смотрите. Его не было, Оби-Вана. А, ну да, потому что Оби-Ван умер. Почему же его не было? Потому что он умер, естественно. А сейчас он появился прям как призрак, наверное. Тём. Так, тут никак, никак, никак. Теперь да ну. А, получилось, глядите-ка. Истребитель полетел вниз. Просто надо, чтобы повезло. Не повезло. Ладно. А вот так получится ли? А, нужно было сразу так сделать. Ну и глупое решение, да? Сразу. А теперь как мы толкнуем... как же сделать правильно? Ну, может быть так. Теперь это неправильно, чем правильно, но какая разница? Неправильно, чем правильно, все равно сделать хорошо, да?
Ну вот, как-то так. Ведь так ведь? Заметьте, планеты какие-то странные. Ну дай вам в Angry Space большинство и наконец 20 уровень у нас. Сражение с этим. А, большим имперским крейсером. Ну как, что с ним сделать, думаете? Не знаете, что сделать? Ничего не сделать с этим. Просто нужно уничтожить его. Немножко сложно, но какая разница. Повернулись, это хорошо, смотрите, они сейчас нам пристрелят все. Это может повезти, нет? Все, не повезет уже больше. Хорошо, теперь надо попасть еще дальше. Лучше не попасть под выстрел. Не очень хорошо, но немножко лучше, чем было. Так, смотрите-ка. Магия, он без воздуха уничтожился. Вернее, без воздуха существует. Сейчас вот проблемчик, проблемчик. Надо попасть. И не потерять силу, и не врезаться никуда. Так, не врезались, вернее, осталось не потерять силу. Толчок же будет сильный очень. А вот и нет. Еще раз можно сказать. Может получится как-нибудь, получится, надеюсь. Ушко развернется, нет? Да нет, сейчас залетело. Ладно, еще разок. Как-то так. Ай-яй. Теперь он будет там еще летать много лет. Давайте его зашибем сразу. О, смотрите-ка, стреляет что-то, нет? А, нет, просто отражается. Значит, надо два раза оттолкнуть хорошо этим все. Теперь толчок кое-как. Сейчас свинка зашибется. Уничтожится? Нет. Хорошо, второй толчок должен уничтожить точно. Ну да. Да ведь все, наконец-то мы пробудили. Пробудили. И... Ну и наконец-то мы вроде бы скрылись, по идее. Ладно, дальше будет продолжение, но продолжение будет в следующей серии, конечно же. Поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока.